Всем привет! Днепр на связи. Ну что, друзья, давно некоторые просили показать эту улицу. Кто узнал, пишите в комментариях. Здесь огромная очередь. Ну, я пройду, возможно, без очереди. Пригласили меня сегодня на мероприятие. Вот в этот Дом культуры. Сегодня здесь Лесь по-деревьянски. Посмотрим, что это такое. Я не фанат, но посмотреть будет интересно. Видите, какая толпа. Очередь. Пока люди стоят в очереди, значит, оно не начнется. Мы немножко прогуляемся по этой улице, посмотрим на вид. Потому что очень много было заявок по этому поводу. Мы вам все это покажем. И все фанаты творчества. Там оно осталось еще. След советской эпохи. Очень много машин. Я бы вам показал, как этот Лесь выглядит, но здесь нет его рекламы. Это у нас вот, что это, Макарова Александра Максимовича. Двичи героя социалистической партии, генерального директора машинобудівників, завод, короче, в честь, что-то в честь него. В общем, что, друзья, у нас по обстановке? Была тревога, писали о быстрых целях, о ракете на Днепр, о ракете на Павлоград. Ну, у нас вроде тихо, Украина потихонечку отходит от взрывов в Сумах. Показали эту бедную медсестру, которая погибла, 40 лет была девушке, при этом осталось двое детей. Эти все идут. Говорят, что этот Лесь по-деревьянски очень крутой чувак. Что-то типа, в моем понимании, Задорнова, рассказывает какие-то юморески, смешные истории. Мне дали послушать две. Одна про масло, одна про отдых украинцев и россиян где-то на море, на Азовском. Ну такое, не сказал бы, что я прям зафанател от этого действия, но что-то в этом, возможно, и есть. Раз такая толпа народа желает туда попасть. Кавьярня, квита. Видите, как интересно. Видео, в общем, для тех, кто, возможно, здесь жил, выехал, давно не видел родные места. Немножечко я вам продемонстрирую. Уже, друзья, кто не в курсе, завершили спасательные работы в городе Кривой Рог и в Сумах. В Сумах 8 погибших, там много раненых. Кривой Рог, 3 раненых, 4 погибших. 3 оказались сотрудниками полиции, 1 женщина гражданская. Объявили траур. Кривой Рог траур на понедельник перенесли. Хотя не совсем я это воспринимаю, но, видимо, Вилкул и компания решили не портить выходные дни. Дать людям погулять, погудеть, а понедельник назначили уже днем траурным. Ну, кто уже узнал улицу, кто не узнал, вот так. Можно зайти с красной линии во двор. Немножко пройтись. Так что, друзья, вот так. Летают ракеты, тревоги. Кстати, там еще читал, различные эксперты говорят о том, что там порядка 20 самолетов сейчас Россия тушек снарядила ракетами, они готовы ко взлету. И что в ближайшее время, там в ближайшие дни, ночи, нужно быть максимально осторожными
Скорее всего, возможен массовый удар беспилотниками. Ну, а затем могут полететь ракеты. Скорее всего, удар вновь может быть нацелен на энергетическую инфраструктуру Украины. Многие говорят о том, что удар также может быть нанесен по мощностям, которые соединяют энергетическую систему Украины и атомные электростанции. Речь не идет об ударе по самим атомным станциям, а именно по распределительным сетям. То есть, что погрузит нас с вами в полнейший мрак. Чего же, конечно, бы нам не хотелось. Уж очень к свету мы привыкли. Вот, видите, лужаечка красивая. Насколько это возможно, уютненько. Здесь бы еще такой газончик сделать. Было бы вообще супер. Ну, спасибо и на этом. А мы уже вернулись, в принципе, к Дому культуры. Или Дворец культуры. Как там правильно. В общем, друзья, будем завершать. Спасибо за внимание. Не забывайте поддерживать канал лайкосиком. Там, кстати, он порезка стекла. Помните, что Бог любит вас. Берегите себя и своих близких. Приятного всем вечера. Я попробую немножечко разгрузить мозг, потому что и сегодня такие у меня были дома неприятные эмоции. Все-таки перестраиваемся там, то все. Отец балуется. Хочется ему передать, чтобы он не баловался, а взял себя в руки. Потому что как ни крути, а жизнь продолжается. Ну, а здесь он очередь, в принципе, не уменьшается. Народа хватает. Ну, вот так, закат. Скоро уже и темно будет. Посмотрим, может что-то из данного мероприятия отсниму, вам покажу. Потому что сам не знаю, ну не знаю, чего ожидать. Это просто какие-то монологи, истории человека. Юмор. Говорят, юмор такой на грани фола. Посмотрим. Все, друзья. Буду идти пробираться внутрь. Всем спасибо, всем удачи. И до нового выхода на связь.